Знайомі кожному з дитинства. Казки приховують чимало таємниць ключами. Яку роль відіграють казки насправді? Чи дійсно це пігулка перед сном? Вірю-не вірю – казкова реальність в житті. Тема ракурсу сьогодні. У студії психолог-аналітик Володимир Ільчишин, психолог Анастасія Марчук та мама двох дітей Вікторія Горностаєва. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити, здавалось би, на дитячу тему, однак з казками навіть дорослим розібратись ще та справа. Розпочнемо з повернення в дитинство. Згадайте свою улюблену казку, героя, якого хотіли наслідувати, і навіть уявляли, що ви це він. Розкажіть, чому саме цей герой був вам до вподоби? Вікторія? У меня есть опыт определенный, я могу сказать на своем примере, на примере своего сына старшего, ему 25 лет, и маленькой дочке, ей сейчас 3 годика. И вот каждый из этих примеров, он очень интересен сам по себе. Сказки я любила с детства, и мне их много читала мама, как она говорила, до хрипоты. Старший сын очень любил, когда я читаю ему сказки. Но у него был, мы с ним получали огромное удовольствие от общения вместе. Маленький же мой ребенок, вот доченька, она не любит читать именно сказки. Я, конечно, не теряю надежды и покупаю регулярные сказочки разнообразные, но большого интереса она не проявляет. Я потом проанализировала и поняла, что все-таки это, наверное, зависит от темперамента, от психики ребенка. Потому что если взять моего старшего сына, он познавал мир через чувства. Ему нравилось слушать мои сказки. А вот маленькая девочка, она познает мир через действия, и ей нравятся действия. Поэтому, конечно, я очень рада, что нашла такую альтернативу в нашем городе, как театр. И теперь мы смотрим сказки, вот там, где происходят активные действия, именно в нашем Криворожском театре, чему я очень рада. А особенно ваша, какая любимая сказка? Моя любимая сказка – «Три орешка для Золушки». Но она, это вот уже вывод такой сделала в более осознанном возрасте, потому что сказки, которые вот я сейчас анализирую в детстве, мне читали, наверное, не все бы я прочла своим детям. Все-таки родителям сейчас нужно фильтровать тот материал, который они дают даже в виде сказок, потому что разные писатели, разное содержание сказок. Тогда были интересные сказки, красивые, «Снежная королева», «Дюймовочка», ну, все знают героев, «Буратино», они были экранизированы, у них было прекрасное музыкальное сопровождение. Вот. Ну, моя главная героиня, конечно, я девочка, у меня должен был быть какой-то эмоциональный отклик, эстетический отклик. И, конечно, та красота, которая представлена в этой сказке, вот «Три орешка для Золушки», она, кстати, была экранизирована. Хотя я много слушала от мамы, когда она мне читала, но это именно экранизированная сказка, просто потому что это было красиво. Красиво, и мне хотелось где-то походить на героиню, мне было интересен сюжет, как было снято. В общем, это было очень красиво. Вот. Пани Анастасия? Я, позвольте, оставлю при себе да, вот свой ваша ответ. Таймница, так? Ну, дело такого рода, что выбор героя или выбор любимой сказки, это же очень диагностично о человеке в целом, да, и о его некоторых жизненных стратегиях. Вот, поэтому даже для взрослых есть такая вот диагностическая методика, да, когда мы спрашиваем, а кем вы хотели в детстве быть, да, вот кто ваш любимый герой, или вот какие сейчас сказки вас привлекают, или герои, потому что это архетипические образы, которые являются частью структуры психики каждого человека. Вот, поэтому ответ, позвольте, я сегодня оставлю Добре. При себе. Пане Володимире. Я все скажу как на духу. Все мое детство, в принципе, было одной, наверное, большой сказкой, поэтому выбирать каких-то персонажей из сказки я не помню, но точно помню «Трех мушкетеров», точно помню «Сломанную палку», и она была шпагой, и точно помню, как вот мы бегали со шпагами. То есть то, что касается сказок, вы знаете, когда мой сын перед сном попросил меня: «Пап, расскажи мне какую-нибудь сказку», но он сделал очень классное уточнение: «Та, которая меня научит чему-то полезному». Я сел, задумался, ребенок заснул без сказки, я очень долго думал, и это было лет 8 назад, и это натолкнуло меня на мысль взять и написать сказки. Вот я, моя первая книга – это «Мудрые сказки для взрослых и детей», там, где есть смысл, ну, глубокий вот смысл, потому что в большинстве сказок, в принципе, красивый сюжет,
Во многих смысловая нагрузка вообще отсутствует. Ну, так вот, как «Курочка Ряба», допустим, во всех книжках, да, дед молотил, бабушка молотила, мышка хвостиком махнула, упала, потом золотое яичко. То есть смысла нет, но сказка доносится. Поэтому для меня было очень важно создать серию сказок, которые действительно приносят, кроме красивого сюжета, да, там есть еще польза. Поэтому для меня любимая сказка та, которую я написал. Про улюблені казки та герої ми запитали у криворіжців. Пропоную послухати. Ну, я багато знала, я дуже любила казки. Пам'ятаю Котогорошку. Колобок в самому ранньому дитинстві, бо він від всіх втік. Любил свободу. Если брать любимый сказочный герой, то Робин Гуд. Он для меня был всегда примером доброты и, не знаю, и богатства для бедных. Колобок и Красная Шапочка. Потому что мне казалось, что он путешествовать пошел, и я хотела тоже путешествовать. Ну а Красная Шапочка, потому что она помогала маме. Наверное, Чиполлино. Я не ела лук, и меня всегда вот этим в детстве делали замечания по этому поводу. И когда Чиполлино читал, мне казалось, что у него такая судьба была горьковатая. Как в детстве были принцессы любимые. Вот. Все, что казалось принцессой, счастливого конца в этих сказках, то, конечно, это было все прекрасно. Шрек мне нравится. Несмотря на облик, то, что он людоед, он оказался очень чутким и добрым, а отстранялся он от людей именно из-за того, что его постоянно клювали и унижали из-за внешности. Ну и как бы ярлык людоеда тоже на это повлиял. Детский мультик у нас, смотрим, Винни-Пух. Он же добрый, такой пухленький весь. Як бачимо, казки дійсно врізаються у пам'ять. Пані Вікторія, ви вже говорили про своїх двох діток. Ось скажіть, які герої були до вподоби вашому старшому сину? Ну, он мальчик, конечно, вот мы видим, что различается восприятие девочки и мальчика, поэтому, конечно, Робин, такие как Робин Гуд, ему нравился Винни-Пух. Кстати, сказать, что касается значит, каких-то сюжетов смешных, то лучше читать сказки на украинском. На рідній мові, на нашій українській. Це я просто по личному опыту, це моє суб'єктивне, звісно, мнение, але ми хохотали з ним вместе. І вот Винни-Пух. Потом, кстати, моєму сину дуже нравились сказки, взрослые сказки, це було удивительно, «Колесо жизни», сказки «Кота Мурлыки». І вот я була удивлена, що именно маленькому ребенку там таке «Колесо жизни» і дуже сложний сюжет і сложне написання, і йому вот нравились. Тобто це, опять же, сейчас анализируя ребенка этого, он познавал мир через вот чувства. И а Донти? Девочке, конечно, больше нравится. Девочке, она познает мир через действия. Вот супергероини, допустим, Леди Баг. Вот хотя, казалось бы, ей 3 года, но она вот его любит. Потом Король Лев. Ей нравится очень эта сказка. Вот. Ну, ей разнообразные, но она еще маленькая, вы понимаете, немножко, наверное, рановато, хотя я к ней присматриваюсь, безусловно, и уже видно, ну, такие герои, которые близки больше девочке, это женские героини сказок. Чи складали вы власні казки своим детям? Я рассказывала истории, да, просил сын у меня истории рассказать, ему очень нравилось, и мы их повторяли, да, иногда сочиняла истории. Пані Анастасія, пане Володимире, у чому різниця такого різного сприйняття казок у дітей? Ну, во-первых, нужно, конечно же, обратить внимание на возраст ребенка, потому что, например, у детей до 10-12 лет у них очень хорошо работает правое полушарие, которое отвечает за образы, за метафоры. То есть логическое мышление, да, вот и критическое мышление еще недостаточно развито, особенно у маленьких деток. И потому очень важно, читая сказку, не просто ее прочитать на ночь, но еще и обсудить. Потому как, смотрите, возраст, в котором мы читаем детям сказки, это, ну, вот когда они совсем еще малыши, да, вот когда они не могут засыпать сами, когда они хотят вечером с нами провести время. Ну, у некоторых это входит в традицию и во взрослом возрасте читать с родителями. И это возраст, когда на бессознательном уровне откладываются вот эти какие-то стереотипы, действия. Ну, то есть все, что предлагает сказка, как мораль, все, что предлагает как закон жизни, да, вот это у ребенка
немножечко откладывается. Но он же еще не способен, да, вот, подумать, так ли это на самом деле. Вот, хочу ли я взять это как образец своего поведения. Вот, поэтому в зависимости от возраста, вот, сказала, да, уже Виктория о том, что ну, важно пересматривать сказки, важно их читать до того, как донести до ребенка. Важно прочитать и понять, что вот если моему ребенку 3-5 лет, поймет ли он суть этой сказки, да, и эту мораль. Вот. Конечно же, есть еще такой фактор, как ну, основной способ познания мира ребенком, да, для кого-то это слуховой, для кого-то это визуальный, для кого-то кинестетический. То есть детки тоже в зависимости от того, как ну, какой из этих способов развитый познавать мир, они либо на слух воспринимают, либо просят: мам, давай посмотрим, нарисуем, представим, или пойдем в театр, посмотрим, да, постановку и так далее. Вот. Что скажете? Дело в том, что я хотел бы копнуть глубже, потому что, к сожалению, мы в последнее время очень часто и очень много ставим на информацию. Сказка – это информация, в которой есть и сюжет, и составляющие. Но вы знаете, когда мама читает сказку на ночь, неважно какую ребенку, она потом выходит в кухню, садится с папой, и они матом покрывают друг друга, они злятся, они ненавидят, они ругаются, делают так, чтобы даже не слышали дети, то вся эта сказка превращается в ничто. На мой взгляд, сказка – это то, что создается папой и мамой в семье. Это та атмосфера, в которой живет ребенок. Но мы зачастую ставим просто на информацию. Я стараюсь все-таки больше выводить на уровень состояния, что ребенок чувствует. Потому что неважно, где папа, где мама. Папа может быть на заработках, мама дома. Но то, что происходит между ними, вот это закладывается в ребенка. И тогда образы не сказочные, а как папа относится к маме, как он с ней разговаривает, как он ценит, уважает. И вот эти все составляющие, в принципе, и создают потом образ ребенка в будущем. Чи можна сказати, що казка – це особлива, особлива реальність світу почуттів? Сказка, понимаете, ну, дело в том, что интерпретация, ну, вот правильно говорят, что по-разному дети воспринимают, да, тот или иной сюжет абсолютно по-разному. Но опять-таки с позиции, как она доносится, вот именно состояние мамы. Потому что когда мы общаемся, мы находимся в том или ином состоянии. И я всегда предлагаю людям, неважно, вот те, кто нас сейчас смотрит, всегда опускаться вот сюда, вот что я сейчас чувствую. Потому что когда на уровне интеллекта, ума, передача информации – это одно. Когда мама говорит и рассказывает эту сказку, и она пребывает в состоянии спокойствия и радости, вот тогда эта сказка приобретает совершенно другой смысл. Когда просто надо, и она спешит, ей надо еще много что успеть, но ребенок просит, и она чисто формально ее зачитала. Но это ни о чем. Поэтому образ, на мой взгляд, создается еще и состоянием того человека, который ее читает. Еще б рекомендували читати які казки? Смотрите, у меня нет конкретной рекомендации сказки. Вот моя рекомендация, прежде чем читать ребенку, прочитать самому, ну, если вы не помните сюжет, да, там из детства. А второй момент, вот попытаться понять, что я хочу донести этой сказкой своему ребенку. Потому что помимо того, что это интересное времяпрепровождение, там же есть, ну, какой-то духовный и моральный смысл, ну, почти во всех сказках. Даже в очень примитивных, в виде колобка, да, вот, или курочки рябы. Поэтому стоит, не стоит, вот здесь, если есть сомнения, наверное, нужно обратить на него внимание, да, но о том, что стоит подумать, ну, а как мой ребенок это воспримет в его возрасте, с его особенностями, с его темпераментом, да, вот этим способом восприятия информации, на это нужно обратить внимание. Я хотела бы дополнить, вот мне бы очень хотелось, что, вот как бы я ставила перед собой цель, какую сказку, я бы хотела, чтобы наши дети получали радость. Вот радость их надо научить нам в детстве, потому что они и так будут волноваться в пубертатном возрасте, в возрасте полового созревания, потом во взрослой жизни. Поэтому я думаю, что вот эта сказка должна все-таки еще нести и радость, вот эмоции, потому что вот, наверное, психологи меня поддержат. Память, она подвязана под эмоции. И с эмоционального плана, вот если была эмоция, запоминается даже лучше. Вот. Потом, вот, и, вот к словам Владимира, я хотела бы дополнить. Вот бывает у нас сейчас, конечно, семейный вопрос, он такой достаточно острый, и многие без папы воспитывают детей, да, где вот. Так вот, сказка здесь, если мама,
Конечно, безусловно, тоже маме должно нравиться. Маме должно нравиться. Если я хожу, вожу ребенка в театр, конечно, театр мне нравится. Мне нравится музыка. И вообще это вопрос приоритетности для родителей. Хватает времени, не хватает времени. Если вам важен ребенок, вы найдете время для его развития. И сами будете понимать. Так вот, этот образ, вот когда, допустим, даже не полная семья, ребенок из сказок, он может добрать пример своего образа. И, возможно, вот с возрастом, взрослея, он сможет создать свой собственный образ себя. Вот где-то даже сказка здесь будет в подспорье. То есть это я для тех мам, допустим, у кого сложность показать прям прекрасный пример в семье. Питання особисте. Чому після прочитання казок у дівчаток починають мріяти про принца на білому коні, хлопці про принцес? Чи добре це чи ні, коли ще з дитинства вимальовуються такі образи? Як вважаєте? По поводу принцес, ну, це взагалі моя любима тема, тому що принцеса виростає в сім'ї тоді, коли є уваження, цінність і внимання від папи. Тобто папа регулярно говорит комплименты, он ее хвалит. Вот тогда в ней закладывается и самооценка, и все остальное. Но дело в том, что, понимаете, сказка, ну, это 3-5 минут перед сном, а перед сном очень важно, наше подсознание, оно воспринимает гораздо больше. То есть туда заходит без задержек. Это 3-5 минут. Но потом, допустим, если родители, не дай бог, вот ребенок спит, а фоново телевизор. Все, сказки нет, она стирается, потому что все заходит с телевизора. И весь тот светлый образ принцессы, он стирается. Отношение папы к дочери очень важно в создании образа принцессы, потому что то, что девочка себе намечтает, очень часто мечты разбиваются у реальности. Готуючись до ефіру, я дізналася про казкотерапію. Пропоную переглянути короткий сюжет. Казкотерапія практикувалась ще у часи, коли люди тільки-но стали говорити. В сучасному світі використовується як один з витків психології. Науково позиціонується як метод психологічної корекції особистості дитини із допомогою читання або прослуховування спеціально підібраних текстів народної фантастичної прози або літературних казкових творів. І є одним із видів бібліотерапії. Казка для дитини – це не просто вигадка, вважають науковці. Це особлива реальність світу почуттів, що сприяє ефективному засвоєнню життєвих уроків і успішній соціалізації. Я по коробу метений, на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам, та й проковтнула. Зачинателем сучасної казкотерапії вважають американського психотерапевта Еріка Берна, який практикував ще на початку 20-го сторіччя. Вже тоді вчений стверджував, що життєвий план у людини формується в перші 6 років, а в побудові так званої програми казкові оповідання відіграють одну з провідних ролей. Ефективна робота з дитиною в такому напрямку передбачає розповідь, аналіз, переписування казок у випадку, коли маленькому слухачеві не подобаються ті чи інші події. Також використовується лялькова постановка, коли від дій дитини залежить поведінка героя, яким вона керує. Малювання за мотивами казки позитивно впливає на розвиток фантазії та образного мислення. Програвання та складання казок дозволяє дитині самостійно пережити та згенерувати певні обставини. Основна мета казкотерапії – усвідомлення дитиною свого внутрішнього світу та власних цінностей, а також розвиток самосвідомості. Цікава ваша думка щодо такого методу? Знаем, практикуем, используем. Но вот в сюжете говорится о том, что с детьми, да, вот очень хорошо работает, но и прекрасно работает этот метод и со взрослыми. В особенности, если есть уже какие-то сюжеты, которые понравились, которые запали вот в душу, да, вот так вот переписывание этих сюжетов, да, вот или анализ, он тоже помогает понять, ну, некоторые убеждения, да, вот ожидания человека от жизни. Пане Володимире? Да, однозначно, умение переписать негативное событие, да, в прошлом, то есть если это прививается ребенку, то есть вот этот персонаж, он плохой, но он-то может поступать вот так и вот так, и уже будучи взрослым, человек может точно так же пересматривать ситуации и переписывать их, исходя из того, как бы он хотел. Потому что даже если вот возвращаться в детство, я зачастую рекомендую, вот я там сейчас провожу женские курсы, и есть домашнее задание написать сочинение «Как я провела детство». И очень много травм идет оттуда. Я рекомендовал переписать все болезненные моменты вот на
то, как бы они хотели. Когда папа, мама уважают. Когда там собака покусала, но этот момент она переписывает, и собачка просто побежала и полизала ручки. Ну, то есть вот эти травмы, они остаются там. И переписывание, ну, это очень классный инструмент. Пани Виктория? Ну, если честно, мне не понравился мультфильм, который я видела. Он сделан именно, нарисован некрасиво. Я вот сейчас, пересматривая мультфильмы даже 50-х годов, это совсем другая анимация. Это намного красивее, душевнее, даже музыкальное сопровождение намного лучше. Но я хочу что сказать. Любая сказка, любой рассказ, это может быть не только на ночь. Это вообще я читала, допустим, старшему ребенку не только на ночь и днем. Мы могли прочитать сказку. Сейчас с маленькой девочкой мы смотрим спектакли, сказки тоже днем. Обязательно нужно родителю в соответствии с возрастом вернуться к определенному сюжету, сказать от себя свое мнение. Возможно, когда ребенок будет взрослеть, послушать его мнение и где-то, возможно, вовремя откорректировать. И вот вообще во время просмотра, прослушивания сказок можно даже вот какие-то базовые предрасположенности ребенка увидеть. Но опять же, вот то, что из медіапространства, это нужно фильтровать все-таки родителям. Вот по многим категориям. Дякую вам за розмову, що завітали до нашої студії. Дякую. Спасибо. Хтось віддає перевагу традиційним книжкам з казками. Інші крокують у сучасність, у допомогу аудіоказки. Існують навіть мобільні додатки, наприклад, казки дитинства. Є й чимало екранізацій казок. І також є ще один формат – театральні вистави. Про це далі у програмі. 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури перед денним сном у дитячих садках. Засинати під українську – ініціатива Мінкультури спільно з Міносвіти України. Аби поринути в казку, для дітей створюють і вистави у театрах. У студії Віталіна Кобилка, вихователь закладу дошкільної освіти номер 15 «Журавлик», та Валерія Курило, акторка театру імені Тараса Шевченка, провідний майстер сцени. Вітаю вас у студії. Добрий вечір. І перше питання задам, як і нашим попереднім гостям. Згадайте своїх улюблених героїв. Ну, улюблені герої – це, мабуть, всі казки, тому що дуже багато років, працюючи в дитячому садку, читаєш діткам, розповідаєш казки, і ними проникаєшся. І живеш героями казок, допомагаєш дітям світ свій пізнавати через казку. Тому для дівчаток це принцеси, це Дюймовочка, це Білосніжка, для хлопчиків Котигорошко, Івасик Телесик, сучасні герої, які є зараз, дітки також люблять. А із своїх улюблених героїв, мабуть, це Білосніжка. Чому? Ну, тому що вона несла добро, тому що вона була весела, тому що кругом неї все оживало, природа сміялася. І дівчинка, яка несла все найкраще, от в такому підземному царстві, де жили гномики, ставала їхньою, ну, головною героїнею. Мабуть, Валерія? Так. Я, наверное, скажу, что, может быть, это банально, но, наверное, как и все девочки, всегда хотелось стать Золушкой, когда взрослеешь. Ну, даже не потому, что как бы там хотелось, знаете, там, богатство и роскошь, нет, потому что мне всегда очень нравилось в наших сказках, вот тогда же, вот, которые я помню, советские сказки, там, «Морозко», мне очень нравилось, когда простая девушка своим трудом, трудолюбием, жизнелюбием, любовью к людям, она добивалась того, чего, в принципе, она хотела. И даже дело не то, что, опять-таки, богатство там, или какие-то такие материальные блага. Очень нравилось, когда вот вознаграждалось вот это вот что-то хорошее, доброе, светлое, что есть внутри каждого. А скажи, своим деткам читала казки? Звичайно. Які? Звичайно, теж читали і українські казки, і казки героїв всього світу, авторів різних світів. Ну, більшість народних казок читали. У нас, конечно, с чтением... Мой ребенок стал членом клуба Диснеевского книжного клуба, когда ему было 10 месяцев. Мы вот как-то так записали и стабильно вот выписывали книги. Конечно же, были и русские сказки, украинские сказки, но то ли дань времени такова, но, конечно же, больше все-таки ему нравились читать сказки, те, которые он видел в мультиках. То есть это иллюстрированные диснеевские мультики, это, конечно же, любимый Шибемби,
любимейший «Король Лев», то есть вот там, где мама, папа, дети, все это вот все так очень культивировалось, ему очень такое нравилось, да. Розпочнемо розмову з нововведення уряду у дитсадках. Я про україномовну 15-хвилинку перед денним сном. Увага на екран. Читанка українською для більшості дошкільнят уже традиційна, як от у 236-му дитсадку. Тетяна Красіна близько 10 років працює вихователькою. Вважає таку ідею дуже правильною. Читання художньої літератури українською мовою залучає ще й дітей до слухання, сприймання та розуміння української мови. Знайомить дітей із багатством нашої мови, із засобами художньої виразності. І також, я сподіваюся, що у майбутньому стане поштовхом для того, щоб діти захотіли розмовляти нашою рідною мовою. Схвалюють нововведення і мами, і тата дошкільнят. Розповідають, читають дітям книжки переважно українською. Перед сном намагаємось кожного вечора виділити якісь 15 хвилин, щоб почитати дитині україномовну казочку. Коли вона була молодша, ми читали і колискові, і потішки, і забавлянки, і віршики. Це наша рідна мова, дитина збагачує свій словниковий запас. Лічна ідея, мені дуже подобається. Було б неплохо. А ви читаєте книжечки українською? Так, «Малюки Карлсон», да, ми читали вчора. «Курочка Ряба», ну вже трошки підросли, «Колобок», звісно. Допомагає засинати? Так, да, вона задумується, щось там фантазує собі. І згодом ласки закрила і сопе. Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, мої діточки дорогенькі. Сідайте ближче, вмощуйтесь, вушка нашорошуйте. Формат ТВ-казки українською збирає тисячі лайків у всемережі та наймолодшу аудиторію біля екранів. Певно, усім старшим глядачам знайоме ім'я казкаря Петра Весклярова, більше відомого як дід Панас. Нині естафета популярного дитячого повідача у Сашка Лірника. Утім, хоч хто віщає з екрану, живомовний аналог казки з уст та у вушко дитини захоплює малих глядачів. Котик та пів, пан Котський. Мені подобається, як... Півник з котиком дуже. Півники двоє мішенят. Бити не битого вези. Читання казочки на ніч зберігають як традицію в багатьох родинах. Саме казка дарує дитині приємну, розслаблюючу, комфортну атмосферу, під час якої дитина засипає дуже добре. А щоб наснився сон рідною мовою, читати радять українською. Казочка скінчається, сон чарівних для малят починається. Чарівних вам снів, діти. Пані Віталіно, в вашому закладі дошкільному вже такий формат у дії. Як оцінюєте проєкт? Я оцінюю на відмінно цей проєкт. Це традиція в нашому дитячому садочку. Дітям дуже подобається читання казок перед сном. Ось нам... Вихователям теж це подобається, тому що дітки отримують емоційний заряд, вони заспокоюються, слухаючи казочку, вони навчаються українською мовою, вони також... слухаючи ту казку, яку читаєш, вони навчаються у героїв добру, вони розділяють добро і зло, справедливість і негарні вчинки героїв. А також є така тенденція, що коли дитина слухає казку перед сном, вона більш її осмислює. І тоді, вже прокидаючись, ми можемо провести бесіду із дітьми по цій казці. І дітки нам разом з дітьми ми з ними вступаємо в світ навколишній світ, в якому діти пізнають нове і гарне. А чи це снодійна пігулка? Я гадаю, що да, тому що коли діти слухають, вони заспокоюються і швидше засинають. Валерія, як оцінюєте такі читання? Мені кажется, не є проблема то, що український язик у нинішніх дітей. Вот я смотрю по сыну, для него абсолютно не проблема, на каком языке идет сказка, либо фильм, либо мультик. Они абсолютно адекватно воспринимают оба языка, и если культивируется родной язык, это прекрасно, прекрасно вдвойне. Замечательно, мне кажется, идея.
І перейдемо до казок на сцені. Валерія, які вистави презентуєте? Лично я. Ви і в вашому театрі? У нас в театрі дуже багато сказок, добрих сказок, абсолютно різного рівня, різного плану, я маю в виду. Тобто, от каких-то маленьких по составу, от трьох чоловік, там, а «Золотом цыпленке», наприклад, да, до масштабних новогодніх шоу, в котором задействована вся трупа, балет, оркестр, актери, всі состави. Поэтому, слава Богу, спектр позволяет выбрать сказку на свой вкус, на свой интерес для разных детей разного возраста. Про одну сказку пропоную переглянути сюжет. Давайте. Множество вопросов без ответов, но есть мечта, незримая мечта. Она влечет, пугая в одночасье, она зимы внезапно весна. На сцені дві героїні, обидві головні. Історія дівчинки прикутує до ліжка, яке все ще мріє побачити світ. Та істота, яка нагадує ворону і одночасно людину. Пізніше вона виявляється янголом-хранителем. В ній дуже багато філософії, яку, коли ти граєш, сам проживаєш, звісно, хочеться, щоб зритель теж услышал какие-то вещи. Они где-то, может быть, сакральные, где-то очень простые. Но главное, они понятны и взрослому, и детскому зрителю. Вистава триває більше години. За цей час притча «Зерна щастя» розкриває глядачеві глибокі теми пошуку сенсу життя, щастя і горя, взаємної допомоги. Головне питання – чи здатна щаслива людина допомогти нещасній? Сможет ли он это сделать или нет? А для этого нужно чем-то пожертвовать. Пожертвовать собой, пожертвовать своими принципами. То есть вот об этом спектакль. О том, что нужно друг другу помогать, тогда, думаю, все люди будут счастливы. Зіграти роль у касті важко чи ні? Чесно говоря, да. Чим керуєтесь? Сложно в том плане, что, ну вот как бы прикажу сейчас простоте, вроде бы как, ну что там, ну побегала там какая-то принцесса, там что-то повозмущалась. Нет, на самом деле очень сложно поменять свое ощущение, свой мозг на детский и попытаться донести этого персонажа, вот как бы его воспринял бы ребенок, не так, как воспринимаю его я. И, честно говоря, да, достаточно непросто. Если ты зло в сказке, то ты должно быть такое, с такой подачей, чтобы действительно ребенок, смотря на тебя, понял, что ты не просто там по гриму или по костюму ты зло, а ты несешь вот эту энергетику. Так же и наоборот, когда ты играешь позитивного персонажа, сколько было моментов таких, когда мы работаем сказку, когда дети из зала выкрикивают, помогают тебе, там, беги туда, там сзади тебя стоит тот-то. И как на прошлой сказке, я, правда, не моя была сказка, как раз не я работала, но тем не менее коллеги наши, мальчишечка из зала прям выбежал на сцену и накричал вот на плохого персонажа. Вот он до такой степени пронялся этим событийным рядом, что вот он выскочил на сцену и начал доказывать и ругать этого вот негативного персонажа. То есть это, мне кажется, самый главный показатель. Дети нас воспринимают, и мы даем то, что им хочется. Пані Віталіно, ви працюєте з малечею. Які вистави, на вашу думку, варто ставити у театрах? З якою тематикою, можливо? Ну, я гадаю, якщо казкові вистави, вони всі повчальні і всі корисні для дітей. І яка б то казка не була, вона все одно дитину вчить чомусь. Дитина пізнає світ через казку, вона проникається нею емоційно. Потім перетворює свої дії як казкові. А нам, дорослим, треба в той же час дітей направити в те русло і розказати, роз'яснити, що в даній казці є добро, що зло, що добре, що погано. Ось. І як сюжет казки як розкриває навколишній світ для дитини. І тому, я думаю, кожна казка є цікавою для дітей і найбільш познавальною, яка веде дитину у майбуття. Якщо підсумувати нашу розмову, яку роль грають казки насправді, як вважаєте? На самом деле огромная роль, я считаю, что причем для каждого из нас, не только для детей, для каждого из нас, потому что
ощущение веры в сказку. Ну, если мне кажется, очень важно суметь его пронести на протяжении всей жизни. Сказка такая вот именно позитивная, не просто отхождение от реальности, а вот именно вера в добро, в то, что побеждает любовь, побеждает уважение, побеждает дружба. Вот, наверное, эта сила сказки, она, наверное, должна на протяжении всей жизни быть вместе с нами. Пані Віталіно? Я гадаю, що кожна дитина повинна жити в казці і вірити в казку. І що казка її навчить набагато більшому, ніж оточуючі її люди. І мріяти лише мріяти лише про добре, лише про гарне. Дякую вам за розмову. Дякую. Існують казки на будь-який смак. Які таємниці вони приховують? Про що пишуть зараз, особливо криворізькі автори? Далі у програмі. Прочитати, сприйняти та проаналізувати, що приховують казки між рядками. Гості студії – дитяча письменниця Євгенія Козлова та письменник Максим Кабір. Вітаю вас у студії. Здравствуйте. Які ваші улюблені казкові герої і чому? Сложно сказать, но, наверное, если смотреть на меня в детстве, то, скорее всего, это были глупый мышонок и умный мышонок. Сначала мне прочли сказку о глупом мышонке. Не скажу, что прямо уж так он мне нравился, но было интересно все-таки слушать его ответы, обоснования, что «но почему не такой голос?». А умный мышонок, я о нем узнала уже попозже. Там было интересно тоже смотреть, как он всем отвечает, как за ним все гоняются, а он «и с тем не пойду, и туда не пойду, и с тем играть не буду». И вообще, у меня от ваших горелок и без них спина болит. То было интересно. А если посмотреть на меня сейчас, то, наверное, я люблю одну сказку. Даже сложно сказать, сказка, не сказка, рассказ, не рассказ. Но для меня это напоминание нам, взрослым, о детстве. Это произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Почитав ее в школе, я на нее посмотрела одним взглядом. Ну, просто мальчик, который жил на своей планете. А уже я перечитала, когда мне было 20, совершенно другое. И правда замечаешь, что мы, взрослые, перестали ценить те или иные моменты, что мы все измеряем в цифрах. Вот скажи нам цифру «О, да, представил». А скажи просто, что увидел вот такое вот что-то красивое. Не пойму. Поэтому, наверное, вот это произведение, напоминание взрослым, что вы были детьми, вы уже это прошли, а ребенок еще не был взрослым. Спустись, помоги, подскажи. Максима? Сказки – это часть моей профессии, потому что я пишу ужасы. И сказки – очень родственный жанр, потому что сказки бывают очень страшными. Если как жанр литературы ужасы возникли только в конце 18 века, если мы обратимся к этим первым ужасам, готическим романам, они очень невинны, их могут читать даже дети. Там рыцари ходят, значит, какие-то латы железные, кто-то стонет. В общем, это достаточно так, плюс даже не 16, там плюс 6. То сказки, которые существовали за века до литературы, они могут сегодня поразить своей жестокостью. Ведь как они существовали? Они существовали в устном виде. То есть не было никакого первоисточника. Первоисточником была ваша мама или бабушка, которая вам эту сказку рассказала. Она могла что-то поменять в этой истории. Вы могли что-то забыть и детям ее рассказать по-другому. Поэтому не просто в каждом там округе, в каждой деревне, каждая известная нам сказка существовала в разных различиях. И только в 17 веке Жан-Батиста Базиле, неаполитанец, эти сказки записал, потом их записал француз Шарль Перро, потом их записали немецкие романтики братья Гримм. И в той или иной версии, одна из множества версий до нас дошла. Вот, например, есть сказка о Золушке, которая появилась в 6 веке до нашей эры в Египте, где бог гор увидел гречанку Родопис и потом искал ее по туфелькам. Эту сказку знали все во всех народах много веков. Но ее записал именно Шарль Перро. И в этой сказке есть такой момент, что когда сестры пытаются надеть туфельки, чтобы выдать себя за эту самую Золушку, они не вмещаются, и они себе пятки отрезают. Но по текущей крови принц замечает, что это, в общем, не Золушка. И в конце им голуби выклевывают глаза. То есть, хотя это классическая версия сказки, но мы этих моментов уже не знаем. То есть, мы знаем эту сказку уже по пересказу Диснея.
Вот. И вот в этом плане мне интересно путешествие сюжета, как из странных кровавых сказок, полных каннибализма и инцеста, мы дошли до тех невинных красивых сказок, которые нам представляют сегодня. В этом плане, не знаю, мне очень нравится, например, такая сказка про синюю бороду, которая возникла во Франции, и прототипом этого героя-людоеда был маршал Жиль Дере, который якобы убил 800 детей, но, скорее всего, не убивал. Потом эта сказка перешла в Англию, где правил король Генрих, у которого часто умирали жены, непонятно почему. И народ, видя, как политики там развлекаются, как у них жены мрут и как они занимаются черными делами, придумывает сказку об вот этой синей бороде. То есть вот это приключение жанра мне очень интересно. Про казки с присмаком страхов пропоную переглянути сюжет. Сюжети всесвітньо відомих казок знайомі нам здебільшого за пізнішими редакціями або взагалі за добродушними мультфільмами. Але що насправді приховують будиночки поросят і чи такі невинні феї-хрещені? Казки, народні та авторські, часто здатні налякати навіть дорослих. Лісорубів, які рятують червону шапочку, придумали в 19 сторіччі. У версії, яку розповідали своїм дітям середньовічні французькі селяни, не було ніякого хеппі-енду. Вовк з'їдав і бабусю, і онуку. Гамельнський щоролов в фіналі топив дітей у річці. Щасливі кінцівки для слабаків. Печінка білосніжки, скалечені сестри-попелюшки, з'їдена ведмедями золотоволоска. Наші предки росли на казках, які переплюнули б будь-який сучасний хорор. Залишається загадкою, як книги братів Грім взагалі проходили цензуру. Але ж і вони пом'якшували оригінальні історії. Гензель і Гретель виглядає тривожно, навіть без диявола, який спочатку ганявся за тіточками з пилкою. А як на рахунок відрубаних ніг, що продовжують танцювати? Червоні черевички здатні позбавити сну, а це, між іншим, класика-гуманіста Ганса Христіана Андерсена. У казках датського письменника героїням доводиться не солодко. Дівчинку Інгу, що нешанобливо ставиться до хліба, потягнуть в пекло повне жахливих жаб, а русалочка Аріель, отримавши людські ноги, відчуває постійний, нестерпний біль. Ми не можемо уявити нічого подібного в мультику Диснея. Шарль Перро беріг психіку юних читачів, але в оригіналі «Сплячої красуні» принц, як би це сказати, не обмежувався простим поцілунком. І принцеса народила двійню, при тому, що вона продовжувала спати. Так що перевіряйте, що читають ваші діти. А раптом це дитячі казки. Євгенія, питання до вас. Ви пишете страшні казки? Ні. А яка тематика ваших казок? От, які у вас є у кейсі вашому? У мене різні сказки. Спочатку я написала просто одну сказку про двох лягушек, які то і діло, що знали, як веселитися, прыгати по кувшинкам, їсти комаров. І нікого ніколи не слухали. Вони завжди були впевнені, що ми краще знаємо. І от в один прекрасний день случилась ситуація, в которой вони не знали, як бути, пока им не помогли. И с тех пор они все-таки стали задумываться, а может, надо кого-то слушать? А дальше сказки начали писаться, скажем так, случайным образом. Я работаю в детском саду, и в очередной раз у меня дети спросили: «Ты куда?» Это было две смены, и я немножко устала. И как-то вырвалась в серый лес к темному волку. И на следующий день у меня спрашивают: ну и как там в сером лесу, как темный волк? Ну и пришлось же что-то отвечать. И сейчас я задумываюсь над тем, что, наверное, пора бы их все записать, проиллюстрировать и сделать книжку «Сказки серого леса». Багато у вас уже казок? Скажем так, достаточно. Двадцатка есть. Еще другая книжка будет. Надо посмотреть, потому что я пишу и для детей, как маленькие, и для тех, кто постарше, чтобы тоже было о чем задуматься. И, наверное, моя мечта заключается в том, чтобы написать произведение, которое зацепит каждого. Потому что я люблю, когда видна душа. И это важно, чтобы именно достучаться, именно зацепить вон ту одну единственную, но главную нотку в человеке. Может, когда-то у меня это и выйдет.
Максиме, скажи, чому дитячі казки бувають страшними? Все это очень просто. В каком-то определенном возрасте дети начинают бояться темноты. Это их первый экзистенциальный опыт, когда темнота ассоциируется с небытием, и к ним приходят первые мысли о смерти. Это обязательно каждый человек должен прожить, понимание, что он когда-то родился, его мама была когда-то молода, его бабушка когда-то умрет и так далее. Вот из этого всего рождались сказки в то время, когда вокруг нас были не микрорайоны, а средневековые леса, был малый ледниковый период в XIV веке, была чума, была инквизиция, и на фоне этого сказки просто не могли получиться другими. И что самое интересное, если анализировать все мировые сказки, то самые жестокие и самые мрачные сказки немецкие и сказки славянские. Я думаю, в первую очередь это связано с природой и с тем обилием волков и медведей, которые у нас жили. Ну вот, к примеру, животное медведь. Медведь – это не название этого животного, это прозвище животного, как вот зайчик там, трусишка. Вот было некое животное, оно называлось как-то, но его настолько боялись наши предки, что боялись назвать его настоящим именем. Его называли ведмедь или медведь, тот, кто ведает медом. А настоящее его название забыли. Этого медведя воспринимали как такое страшное божество. И есть такая сказка славянская «Медведь на липовой ноге». И вот он в этой сказке идет и издает такой звук, повторяющий «скырлы, скырлы». Этот звук, в свою очередь, пришел к нам из каких-то ритуальных языческих заклинаний. Он в сказке очень странно звучит. И вот медведь идет и говорит, там баба сидит, она мясо варит, мое мясо варит. То есть вот эти сказки славянские, они уже сами по себе звучали жутко, может быть, там в наше вот время, в которое вы выходите передачи, не стоит и говорить. Или там и Васик Телесик сказка украинская, значит, хотела дочка, Аленка, дочка ведьмы, посадить Васика в печку. Он ее обманул, саму в печку забросил, пришла ведьма, начала кушать мясо и говорит, поваляюсь, покатаюсь, мясо наевшись Васикиного. А Васик с дерева говорит, что, мол, ты ж кушаешь мясо Аленушки. То есть она кушает мясо своей внучки в сказке. Ну, вот такие замечательные сказки у нас появлялись. И, конечно, со временем тот же Шарль Перро, братья Гримм, они усложняли сюжет, они добавляли вместо голой фабулы психологизма и морали. И, допустим, если в «Красной шапочке» изначально речь шла конкретно о волках, не надо ходить в лес, потому что там живут волки, они тебя съедят. То понятно, что там в 19 веке при братьев Гримм уже никаких волков не было в Германии. И поэтому волк это уже мужчина, то есть девочки не должны разговаривать с незнакомыми мужчинами. Там. У Шарля Перро есть уже сексуальная коннотация о том, что вот красная шапочка, как девственность, там незнакомец подойдет, то есть девочки должны остерегаться. То как раз в 14 веке во Франции, когда сказка «Красная шапочка» появилась, это просто речь шла о конкретном монстре, то есть о волке. А взагалі, як казки впливають на психіку та емоційний стан, Валерія? Скажем так, для каждого сказка – это что-то свое, что-то индивидуальное. Кто-то ее трактует так, кто-то ее поймет как-то по-другому. Но у каждого она останется в памяти в той или иной степени. Лично я считаю, что сказки нужны. Сказки нужны детям, сказки нужны взрослым. Детям, чтобы узнать мир. Взрослым, чтобы напомнить. Сказки для взрослых – это напоминание о нашем прошлом, о нашем детстве. И я считаю, что без этого не стоит. И порой надо все-таки, как бы ни было сложно, как бы ни было трудно, как бы ни устали, но выделить вот эти 5-10 минут на сказку. И именно не просто прочитать, что машинально, для галочки, а вникнуть, провести ребенка по ней, дать ему почувствовать и при этом обсудить, почему, для чего. А может, ты бы сделал по-другому? А почему по-другому? Может, что-то надо вообще в ней убрать? И почему надо убрать? Может, что-то надо добавить? А зачем добавить? То есть сказка – это мир игры, мир фантазии и мир чего-то светлого, и в то же время темного, запретного. Поэтому без них нельзя. Опишіть казку вашої мрії, якщо коротко. В первую очередь, вот я сейчас в магазинах там смотрю детские книги, когда я рос, 80-е книги были не такие красивые. Но когда я их открываю, эти прекрасно выглядящие книги, я зачастую вижу сказки очень примитивные. Сказки, где автор разговаривает с детьми, как с детьми. А с детьми всегда нужно говорить, как взрослыми. Поэтому сказки, неважно, страшные они или не страшные, они в первую очередь должны быть талантливые.
там уровня Носова, Экзюпери и Ганса Христиана Андерсена и так далее. Вот мне кажется, это самое главное всегда. Дякую вам за розмову і успіхів вам, і чекаємо нових казок. Договорились. Казка – це пігулка перед сном чи ні? Які казки слід читати? Вибір за кожним. Головне – трактувати казку так, аби вона приносила насолоду. Адже помандрувати у казковому сюжеті – квиток безкоштовний. У студії працювала Яна Чеботаренко. До наступних зустрічей в ефірі.